Здарова, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и сегодня мы играем Человек из стали. Так, смотрите, здесь есть целая, ну, не целая, но где-то, короче, три уровня. Мне кажется, игра это очень классная. Сейчас я покажу вам, что за игра это вообще. Сначала будем в городе, смотрите. Смотрим, что он там делает. Вот чувак, он берет, зажигает и полетел. И нам нужно ему помочь как-нибудь так, короче, летать вот. Типа что-то такое. Смотрите, оп-оп-оп-оп, собирай фигню. Не собрали. О, давай ниже. Опа, собрали несколько штучек. О, прям скользим по воде почти. Так, ну тут просто летать и все. Ну что, это очень классно выглядит. Смотрите, прям. И график нормальный. Несмотря на то, что это флеш-игра какая-то. Вы можете ее продать вообще совершенно бесплатно. Просто пишите Unity 3D, человек из стали. И все, и играйте в нее сколько хотите. Так, блин, нифига не собрал. Отлично. Так, 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 так. Оп. Ой, блин. Что-то немножко не повезло мне. Ну все быстрее и быстрее летит. О, нифига ты чё, чувак? Не разгоняйся, ни хрена. Чё это такое у нас? Нифига, прям соломо, что такое. Вау. Да, блин. И чё? Всё? Ну, как-то так. Как-то так все. Так. А никак нельзя, нельзя прыгнуться. Ауч, блин, здание продыряю. Вау, 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 нифига, 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 это что такое, блин? Вау, блин. Блин. Так, 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 блин. Давай, пофига эту фигню. Так, можно облететь прям над землей. Тут машины, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо смочить его надо. Ах, нифига не попал. Давайте желтую фигню возьму хотя бы. Нифига не взял. Нифига, блин, нифига, 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 это что за фигня? Вау, вау, вау. Вау, блин. Так, взял либо одну. Блин, сложновато уже становится. Но я в этой серии, скорее всего, пройду все три уровня. Так, посмотрим, что тут такое там. Чё, блин, так здания очень узкие такие? Все улетел. Ну вот. Первый уровень прошли. Метрополис. Левел. Финнеснет. Кто-то что такое? Ряд стал тресть. Так, давайте теперь попробуем здесь. Чё это такое у нас? Пустыня какая-то, погнали. О, опять на супергерой крутой. Зажигает и бу, полетел. Да. Нормально такой чувачок у нас. Человек из стали, блин. Вообще, блин. Ну, мастер Чиф, конечно, круче него будет побыть. Ауч. Ох, ни хрена, это что за выкагулины такие, а? Вау, вверх. Ну что, нормально, нормально. Мне нравится пока что. Новый уровень, все покруче и покруче, так нормально. Ну, для этого не покруче, чем было там. Есть такие скалы, так красиво все, блин, пустыня такая. Блин, нифига. Вот сложно эти фигни ловить, очень сложно. Интересно, есть на телефон такая игра? Ну, глянь потом. О, смотрите, что это такое у нас. Воу-воу-воу. Блин, гасится по мне, гасится. Хрена, ты чё, ты чё? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы его загасим. А, нифига не загасим. То есть, получается, здесь
какое-то такое инопланетное создание бы. А там у нас было, блин, вертолет, да? Интересно, что там будет в следующем уровне? На космический корабль какой-нибудь. Блин, я не понимаю, что там в космосе может быть такого, что там мешает на вот. Может быть, эти астероиды, блин. Метеориты, вау. Не знаю, военные базы там такие какие-нибудь. Да все-таки, блин, да, это супергерой. На, профигачил нафиг стену. О, опять этот шаромыга приехал. Вау, 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 вау. Надо вилять, надо вилять. Ну, скотина, замочил немножко меня. Так, нам еще немножко осталось лететь. Так, давайте возьмем желтую хрень. Отлично, теперь у нас защита. О, я вижу уже финиш. Финишная прямая, короче. Ужу. И улетел он далеко-далеко. Так. Что-то у нас... Конвой какой-то. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Последний уровень, ребята. Косности, да? Вау, вау, нифига. О, я так и знал. Нифига, здесь даже красивее, чем там было. Офигеть. Не знаю, мне здесь нравится больше. Я думаю, здесь некрасиво будет, блин. Ух, ни хрена, это что за фигня такая? Вау, 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 ребята. Это реально очень круто. Советую прямо сейчас вот. Досмотрите видео, поставьте лайк там. Пишитесь, если не подписаны. И сразу берите и включайте, и играйте в эту игру. Вам понравится, реально, говорю, классное ощущение. Так. Нифига. Так, так, так. Офигеть. Пролетаем. Опа. Не взял желтый фильм. Ну, ничего. Здесь вообще можно одной рукой играть. Одной рукой можно, не знаю, там, колу пить. А второй заниматься, блин, своим классным делом. Играть в эту игру. Ох, 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 ох. Ни хрена, я какой вообще мастер. Я, блин, вообще контртеррорист. Вауч, вауч, ни хрена, как меняется все. О, я что-то вижу. Ух ты, что это такое? Ага, блин, я... Ой, блин, опять эта хрень. Пошла ты в жопу. О, все, ушла сюда. Смотрите, что это такое? Какой-то груз, нафиг. А, это, блин, это, блин. Ауч, пошел, нафиг. Пытаться не дать мне долететь до этой базы. Типа, это я сначала летел в городе, потом в пустыне, а теперь лечу я, типа, в этом, в космосе, да? Нифига себе. Ну чё, попадай, попадай. Фиг ты попрёшь, фиг попрёшь, фиг попадёшь. Блин! Попал. Да ни хрена все, блин. Так, нам немножко осталось лететь, я прям уже вообще вижу её. Прям вижу, вауч. Надо сбить его нафиг. Интересно, вообще, возможно сбить его? Что ж такое? Блин, я сразу посмотрел, вот, что-то я сразу вспомнил. Ставьте лайк, кто смотрел «Расплющенный космос», ребята. Классная тема. Ну, думаю, собрал так. Ах, хорошо собрал. Ну вот, все. Прошли мы человек из стали. Все. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем пока, с вами был Лысый Пётрик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, всем удачи и всем пока.